Друзья, у нас новые посылки. Так, долго мы их ждали, долго мы думали, делали тщательный анализ, тщательный ресерч, поиск и все такое. И решили заказать. Некоторые, которые заказывал я, они были сгоряча, конечно. Некоторые меня занимало месяцы обдумывания, но тем не менее. Ну и тут какой одна... начнем? То, что Лена заказала, с какой ты хочешь? Да. Нет, давай. Давай то, что я заказал, потому что женское мне как бы показывать, не знаю, не в добняк. Так, хорошо, первое, что мы заказали... Давай вот эту. Вот эту? Да. Значит, так, как бы ее так... После очередного подкаста, который я слушаю в моих любимых наушниках, слышал я там одного биохимика вроде бы или как-то так, рассказывал он про витамины и думаю, ладно, я как бы скептик витаминов, кроме витамина D, думаю, ладно, надо попробовать, все-таки действительно возраст у меня не молодею, начинается то там крякнул, то там не так повернулся, то там что-то болит, то там вроде сонный ходишь, то уставший. Ну, думаю, и вообще, ладно. Что происходит? Короче, да, надо какие-то добавки. Долго я думал, заказал я канадского бренда. Попробую биоактивные мультики для мужчин. Так, на английском посмотрю. Значит, иммунитет суппорт. Ну, про иммунитет суппорт я не особо вот это верю. Там другое, мне кажется, включается энергия. Вот мне что надо. Ocular Health. Не знаю, что это, bone health, вот, костяшечки, когнитивное, ну, мозг тоже постольку, поскольку это все надо отдельно. И кардиоваскулар, да, ну и сердечное такое. То есть минералы, витамины и антиоксиданты вроде бы все тут вместе, я так понял. А почему онлайн заказал? В магазинах нет такого? Я смотрел, во-первых, да, не особо нету. Я что-то еще искал. Здесь, короче, капсулетки. Я искал в желатинках. В желатинках, угу. Короче, не всегда есть именно то, что надо. Хорошо, надо посмотреть, что... Да, удобно было их еще и глотать. Ух ты. Да, да. А запах-то. Вау, смотри, да. Сколько нам ватки. Большая. Да, короче. Покажи. Ну, такие вот капсулы, видишь. А-а-а. По 2 капсулы в день, 60 капсул, плюс 15, тут как-то бонус, что-то такое. А, 45 и 15 фрики, паля. Короче, канадская фирма, я сравнил дозу обычных витаминов, можно по отдельности брать. Но, как бы, так, для пробы посмотрим, что и как. Для поддержания определенные тут минералы, антиоксиданты, которые я, допустим, не употребляю или достаточно не употребляю с едой. Витамин D, ну там понятно все, так как все страдают нехваткой, ну посмотрим. Конечно, все посоветуют, надо идти к врачу, туда-сюда, анализ крови, там, по-моему, он тоже платный, или что-то такое, там надо все сдавать, какие хватает, каких не хватает, что хватает, что не хватает, ну, начнем с чего-то, да. Короче, мне да, я смотрел другой вот это Баунти, что у нас витамин D, но приглянулся это Нака. А цена для какая? 20 чем-то долларов, не дешевый. Кстати, для 60 витамин это дофигища. Есть и дороже, есть и дороже. Есть и по полтишок, я туда не добрался. Есть, которые мы тебе купили мультики на... высокого стоимости, то есть я еще вот это обращал внимание, я почему хотел желатинки, потому что они быстренько там растворяются, а в таблетках немножко другой процесс. Так, открываем давайте вторую посылку. Вторую пакеты новые, ты заметил? Нет. Амазоновские. It's on Prime, 13... Это доставка новая, какая-то фирма непонятная, Dragonfly какой-то там. Я еще удивился, я еще не хотел даже клацать. Мне на e-mail приходят, типа, Dragonfly, мы там в пути. И не пишут, какая посылка, от кого, что, кому. Я думаю, блин, сейчас клацну, у меня там, как всегда, все данные какие-то откуда-то заберут. Так, это мы заказали для Холли. У нас все происходит, процесс этих воспитаний, тренировок.
для нее, потому что, да, как бы хочется, чтобы все было в гармонии и с собакой тоже. Чтобы у нас, как видите, последнее, что она погрызла, это была стена. Это было, сколько, 3 месяца назад, чи 2? 2, наверное. Да, и все. После этого мы немножко модифицировали, все остановилось. Вещи она не грызет. Со стола не подбирает, с пола не подбирает. То есть у нее она чисто вот живет по собачьи своим. Но единственное, пока у нас есть несколько моментов. Это с поводком гулять. Это социализация с собаками, потому что у нее там дурка падает и все. И как бы вот этот момент я еще как бы сам себя надо воспитать сначала, чтобы помочь собаке преодолеть тоже все эти навыки подхода к другим четвероногим. О, потому что она все время на них прыгает, там типа а-ля играться туда-сюда. Собаки то на нее накидываются, то еще что-то. Ну, короче, вы в каком-то виде видео смотрели, как это все происходит. Халти нам помогает, но как бы мы ее сейчас побольше в халти она гуляет на нос специально и на морду одевается для управления. Оно как бы легче, чем мы дергаем, вот это, чем за шею. Шея у нее становится уже больше, становится тяжелее самому на руку. Халти это больше притормаживает ее движение. Но при виде других животных у нее все там где как. Я стараюсь смотреть видео, разные видео, и так, но бывает тоже, когда после целого дня работы, потом жена, дети, а потом на собаку, ну, понятно, ментально ты уже как бы, ну, ты устаешь просто. И тут на 20-й раз собаки, ты там... А не заниматься не выход, да. Друзья. Невыгодно. Не заниматься невыгодно, вот, потому что если бы не занимались, у нас бы, кто бы ни приходил, она бы набрасывалась, типа там... Вы там все на улице. В основном опасно на улице. Мне почему я стараюсь, чтобы она там, люди идут, чтобы рядом ходила. Вот здесь, когда к нам приходят, встречают, что это к нам приходят, а не к собаке приходят. То есть, ну, сначала с нами здороваться, потом, если она спокойная, ее там можно погладить. Также на улице, потому что если здесь выработается привычка бежать к людям, прыгать на них, и они там будут ей там, ой, ты сипути, какая собачка, то есть риск, что на улице собака тоже на кого-то напрыгнет случайно, когда мимо будет проходить, и потом будет много проблем. То есть у нас здесь только в определенных местах мы можем гулять с ней на поводке. Все. Так не отпускаем ничего. Это тоже создает проблему социализации, потому что она не может просто так мы выйти, и она бегать там, куда она захочет. Она только идет на поводке. Так, все. И для этой цели я решил попробовать еще один поводок. Это уже самый дорогой. Приблизительно похож, как у Антуана, я смотрел на видео. На видео с фиксатором. Значит, смотрите, в чем проблема вот этих удавок. Есть удавка... Ты что нам... Ну, на самом деле, это не удавка, друзья. Нет, ну, она затягивает. Смотри, есть вот, короче, здесь вот такие вот удавки. Здесь кожаная такая стопор. Покажи, получается... покажи, сравним сейчас, не там. Не, по-моему, все сюда положу. Значит, смотрим. Да, смотрим. Смотрим, давай. Смотрим. Я купил первый вот этот. Коллекцию целую. Да. Первый вот это, вот он тонкий. Здесь идет немного толще уже толщина. Проблема, он растягивается, то есть тяжело собаку остановить вовремя. У него идет кожаный вот этот фиксатор. Прям кожаный? Ползунок, да, он кожаный. Ползунок. И получается, как только вы там, допустим, хотите приостановить или еще что-то, фиксатор, он может сползать постоянно. И у нее вот этот контроль, он сползает на шею. Смотри, показывай. Миша, ага. Осторожно, ножки. Вот, на шее сползает. И на шее уже не получается так ее контролировать, потому что шея все-таки, она, это мощная у нее... Она хочет часть показать еще. Тела, да. То цепочка. Правильно, она, да. Это ж ее холли. Мощный. Давай, неси сюда. Молодец. Ой, тебе, ну ладно, давай. Короче, да. Руке становится уже некомфортно, потому что она супер тонкая. И оно растягивается в момент, когда надо... Это не твое.
момент, когда надо предупредить до движения, чтобы она не сделала что-то такое, допустим, как вот дернулась куда-то или напрыгнула, в этот момент не по... Да, цепочка. В этот момент не получается. И он растягивается, то есть это теряется вот этот момент. И вот из-за этого фиксатора, получается, постоянно сползает. Здесь фиксатор будет уже стабильный, то есть все. Угу. Вот я посмотрел у Антуана на сайте, у него тоже фиксатор, он такой, он фиксирует. И получается на этом месте, где вы зафиксировали, оно должно и оставаться постоянно. Ну и он коротенький, ну длинный в принципе и не надо. И не такой вот даже... Я купил потолще, я думал, это слишком тонкий, поэтому у меня не получается. Я купил потолще, но здесь тоже кожаный фиксатор. И вот этот толстый, он вообще, он, ну, он не подходит. Он... И тоже он растягивается, видишь, даже больше, чем... Холи с ковра! Вот, даже видите, почему с ковра? Потому что текстура, допустим, травы и текстура ковра для нее срабатывает одинаково. Она может по ковру просто идти, не нюхая, и стать пописать. И мы поэтому ее запрещаем на ковер ходить. Вот, хорошо. С этим фиксатор. Холь, иди сюда. Холь, ко мне. Ко мне. Давай попробуем. Вот, короче, вот так она одевается. Она думает, гулять пойдете. Да, и вот здесь, получается, мы под верх подходим и фиксируем. Вот. И получается, оно сползать не дано. Оп, и ты вот так вот должен просто легко поддергивать, угу. Если создается дискомфорт, и она в следующий раз просто типа так и не должна делать. То есть сидеть. Ну, короче, типа так, да. Все, иди, отдыхай. Мы потом попробуем. Цена какая? $50. Сколько? 50. Ого! Вот эти были, выгнать надо. Вот эти были по 20. Ну, блин. По-быстрому покажи мою коробку, мою посылку. Давай. Я просто скажу два слова и все. Давай. Ой, что это? Смотри, прикол. Друзья, это магазин Sephora. Это из переработанных бумаги, поняла? Угу, так, осторожно, там вот еще такие, наверное, вот такие вот конверты. Вот так вот. Так, магазин Sephora. Блин. А не надо, ладно, вот так? А может вот так? Заказала я тин для бровей. В прошлой распаковке я показывала, что заказала с Амазона краску для бровей. Друзья, классная краска. Довольно все, но все равно... Этой штучкой надо пользоваться. Подкрасить бровки. Тут щеточка такая удобная еще. В общем, без этого никуда. Мне очень нравится. Стойкая, не стирается, не выветривается. В общем, надолго хватает ее. Коричневый цвет идеально подходит моим волосам. Да. Вот. Так, значит, это у нас пробнички. Это бесплатно. Все три? Да, представляешь, это вообще похоже, да, на оливковое масло. Да. А я не подумала. Так, что здесь у нас? Какое-то молочко для увлажнения, да? Диор. Это парфюм? Мужской, женский? Excuse me, женский же? Ты же кому? Себе же пробовала? Я не заказывала. Возможно, они сами решили положить. Ну, почитаешь. Так, и это у нас получается какой-то кремчик. Угу. Угу. Какой-то айсид. Переведи. Кислота. Да, какая-то кислота. Диглюкозил галик. Угу. Ой, такие попробую. Поломать язык можно. В общем, спасибо. А ну, так пахнет? Угу. Нет, это мужской, не чувствуешь. По-женски. Зачем мужской будут женщине слать? Да им все равно. Да, ну не выдумывай. Ну понюхай. Нет, если тут не написано мужской, значит это не мужской. Даже если там написано Фомен. Тут не написано Фомен. Ладно, а может я тебе заказала? Балованный он у меня, страшный. Нет, это женский. Понятно. В общем, вот такие вот посылки у нас на сегодня. Да, все. На обед приготовила я красный борщ. Красный борщ со свининой и фасолью. Так, только-только приготовила, еще горячий, свеженький. Борщи у меня всегда очень вкусные получаются. Так,
к борщу достала с морозильной камеры вот такой вот хлебушек, это покупной, он пропитан чесночной заправкой, к супам, к борщам, самое то, друзья, достаточно даже не размораживать, а закинуть все в тостер, поджарить до хрустящей корочки, да, и все, это пальчики оближешь, друзья, к борщу объедение. В общем, он уже порезан, очень вкусный, очень, всегда покупаем к таким блюдам. Значит, на ужин у нас будет тушеная картошечка. Она уже тушится, наверное, часов 5. Представляете, какое-то там мясо мягенькое, нежное. Это у меня медленно варка. Вчера готовила макароны, совсем немного осталось. И тефтели в сливочном соусе, тоже очень вкусные.